Оливия использует башню, чтобы проделать проход в их мир. Вы можете помешать ей открыть врата между мирами, отключив приточные фильтры в башнях. Прорывы иного измерения – частое явление за пределами базы, так что работникам рекомендуется не ходить по поверхности базы поодиночке. Thank you.
демонов. Временно отключаем башню. Вам нужно снять каждую линзу отдельно. Осторожно откройте защитный корпус. Внимание! Обнаружено энергетическое загрязнение. Нарушать производство аргент энергии не обязательно.
Прекратите. Без фильтров использовать энергию ада невозможно. Внимание! Обнаружено. Вы не представляете, насколько ценно то, что вы разрушаете. Это идеальный и неисчерпаемый источник энергии. Внимание! Критический уровень энергетического загрязнения. Продавая ее человечеству, мы продолжали исследования. Мы уравновешивали адскую энергию нашим знанием. Мы сделали ее полезной и безопасной. Мы преодолели глобальный энергетический кризис. Вы не можете так поступить! Советы пятерых следит за вами.
Помните, 12-й совет девятерых следит за вами. Если вы хотите остановить производство энергии, вам достаточно уничтожить этот последний фильтр. И агент энергии в Солнечной системе больше не будет. Мы вернемся к тому, с чего начинали. Оливия еще жива. Я засек ее в аргент-башне. Она сняла один из аккумуляторов в основании башни. Он обладает уникальной энергетической сигнатурой, которую можно отследить. Что ж, так значит, ничего не поделать.